Значит, я сейчас попрошу вас всех встать, потому что первая задача артистов любого театра – выходить постоянно из зоны комфорта. Давайте немного потрем ладони, поразминаем свои уши, подтянем вниз, вверх, в стороны, да, подбородок, чтобы наша нижняя челюсть расслабилась, такое горячее дыхание, как представьте, что вы согреваете птичку там зимой, не знаю, или руки с мороза. Вот. Немножечко пробудите здесь. Немножко постучите по плечам. Пройдитесь по животу. По бедрам вот так вот хорошенечко вниз. Да, простучите пятки, вот, да, и немного стряхните, вот как бы с вас сливается, как поток воды от макушки головы, все вниз, все в пятки, весь вес, да, туда. И теперь сделаем вдох, плечи наверх, назад, вниз и выдох. Артикуляционный аппарат. Давайте сейчас попробуем с вами немножко покривляться. Представьте, что у вас во рту что-то очень жирное и очень такое неприятное, вязкое. Натягиваете губы на зубы. Улыбайтесь так, чтобы было видно зубы сильно-сильно. Да. Старайтесь дышать носом. Очень хорошо, что вы переминаетесь с ноги на ногу, да, такой поиск баланса. Выметим весь мусор из ротовой полости. Язык вращается вокруг челюсти, губы при этом закрыты, ну, в смысле, рот не открывается. Сильно надавливайте круговые движения прям на сопротивление. Десять раз в одну и в другую сторону. А теперь постарайтесь найти этот баланс, да, и наоборот, как-то статично остаться, стоять, не пошатываясь, и все свое внимание направьте вот именно в кончик языка и проделайте то же самое. А теперь подышите на руки горячим дыханием.